Итак, вот у нас сайт всеюристы.ру. У нас тут Лебедев Антон Юрьевич с фотографией типа консультирует. Вот здесь есть кнопочка «Задать вопрос юристу». Какому юристу? Естественно, тому юристу, на странице которой вы находитесь. И, соответственно, вот тут у нас Алла Олеговна, тоже юрист, тоже консультирует. Не может никак со мной связаться, все уже полчаса. Но вот ВУЗ мой указан. Очень странно, что я нахожусь в Казахстане, в городе Алма-Аты. Вот. Как видно, я натуральный казах. Вот. И, соответственно, далее эта история, естественно, получила продолжение. Итак, ребятки, сегодня развиваем тему жуликов-юристов в интернете. Бродил я тут по интернету, нашел замечательный сайт, он называется всеюристы.ру. Так вот, в одной из разделов этого сайта оказалось, что адвокат Антон Лебедев, то есть я, производит консультации граждан, используя этот сайт. Меня это, конечно, заинтересовало. Но я позвонил, попросил адвоката Лебедева к телефону, ну или как-то с ним связаться. Тут же меня начали путать, что адвокат Лебедев сейчас не в городе, он не может вас принять, но мы можем посоветовать другого юриста. Что на самом деле происходит? Люди создают сайты, берут юристов, которые более-менее по судам примелькались, имеют ну, хорошее портфолио в «Консультант Плюс» и, соответственно, вешают его фотографию, вешают описание о нем и потихоньку пытаются подменить человеку-юриста, с которого он искал, на того, которого они ему могут предложить. А это в лучшем случае. А в худшем случае они формируют вот эти заявки и продают юристам, которые сидят без работы, потому что, видимо, они такие юристы. И, соответственно, эти заявки просто продают. Вот так вот устроен бизнес юридический. К сожалению, это все должно пресекаться, допустим, адвокатской палатой, комиссии по профессиональной этике по защите прав адвокатов. Соответственно, но, естественно, в интернете всего не уследишь. То есть, если адвокат такую страничку обнаружил, то, естественно, он может нажаловаться и так далее. И вроде как комиссия этим займется. Но пока никто это не нашел из заинтересованных лиц, естественно, это будет продолжаться. Не знаю, посмотрю дальше в интернете, сколько там у нас оказывается адвокатов. А, самое смешное то, что адвокат Антон Лебедев еще из Казахстана оказывается. Вот. Ну, да, я коренной казах, честно вам скажу. Вот. Не знаю, сколько таких страниц у меня в интернете, но полагаю, что не одна. Таким образом, правильный сайт, на котором я действительно консультирую бесплатно, это lawnow.ru в черно-белом стиле, если так уж визуально говорить. Поэтому не ведитесь на мошенников. А сейчас будет короткая запись разговора с представителем сайта всеюристы.ру. Алло. Я позвоню со всероссийского юридического портала «Всеюристы.ру». Вы у нас оставили заявку. Иван, верно? Да. Подскажите, вы к нам с какого города обращаетесь? Санкт-Петербург. Какой у вас к нам вопрос? Я вас слушаю. Вот у вас на сайте расположена информация об адвокате. Мне его рекомендовали. Хотел бы к нему обратиться. На портале «Всеюристы.ру» что это именно за адвокат? Адвокат Антон Лебедев.
Лебедев, да. Как я знаю, он не в Санкт-Петербурге находится. Очень странно, потому что в реестре адвокатов он вроде как в Санкт-Петербурге находится. Сейчас нет. То есть там, скорее всего, информация уже старая, но, как я знаю, он в городе Санкт-Петербург не проживает. Если, соответственно, вам требуется другой специалист, я могу для вас сейчас подобрать, вас проконсультируют, и уже в дальнейшем для вас берут адвоката. А, подождите, а где старая информация? В адвокатской палате? Вы через адвокатскую палату пробивали? Ну, конечно, там же доступен реестр. Может быть, там информацию не изменили. Как я знаю, он сейчас не в городе Санкт-Петербург находится. То есть у вас более свежая информация? Да, верно. Поэтому вы сейчас можете ваш вопрос озвучить. Мы для вас специалисты. И с ним никак сейчас не связаться? К сожалению, нет. Ну, у нас также имеются другие специалисты. Также пообщайтесь, посмотрите. Может быть, вам также специалист понравится. Точнее, знаете, штука в чем? Какая? Дело в том, что адвокат Антон Лебедев находится в Санкт-Петербурге. И он сейчас с вами разговаривает. И что? И хотел бы знать, почему ваша информация обо мне висит и еще и таким образом расположена, типа я консультирую вас на сайте. Вы лучше меня с руководством соедините. Вы выделили на сайте все юристы, верно? Верно, да. Всеюристы.ру, точно? Точнее некуда. Давайте я сейчас с руководством связать не смогу. Я сейчас передам информацию. Если что, то, соответственно, они уже тогда информацию уберут. И у нас такая ситуация возникла. Да, очень неприятная ситуация. Давайте, когда, хорошо. Когда людей вводят в заблуждение. Тогда всего доброго. До свидания. Да, вам тоже удачи. Вот такая вот фигня. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо.